Вы находитесь в поисках компромисса между активной жизнью в мегаполисе и спокойствием за городом? Оптимальное решение для вас – приобретение недвижимости в строящемся жилом комплексе «Александров парк» на въезде в деревню Боровляны. Новый проект представляет «Твоя столица. Новострой-центр». «Александров парк» будет состоять из 3 7-подъездных трехэтажных жилых домов и обязательно придется по вкусу всем ценителям домашнего уюта. Дома у нас будут представлены панельные. Это современные сэндвич-панели, трехслойная сборная железобетонная плита с прослойкой утеплителя. То есть они сразу идут теплые, ровные с завода. А отличительной уже чертой нашего комплекса будет это уже финишная финальная отделка. Это будут декоративные панели. В проекте широко представлены планировочные решения. Даже самый искушенный покупатель найдет для себя подходящий вариант. Это может быть однокомнатная маленькая, там 37 метров, либо уже побольше 44-45 метров. Точно так же выбор двухкомнатных маленьких 50, либо побольше уже 66. Также еще в первом подъезде у нас будет представлено несколько трехкомнатных и четырехкомнатных квартир. В зависимости от количества комнат здесь варьируется и цена квадратного метра. То есть это от 850 до 950. При 100% оплате. Также мы, естественно, предоставляем рассрочку до конца строительства. Деревня Боровляны – один из крупнейших пригородов Минска, и развитость инфраструктуры уровня столицы удачно сочетается с тишиной и размеренностью загородной жизни. Здесь созданы все условия для комфортной жизни. Общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, поликлиника, спортивный комплекс, гипермаркет и уютное кафе. А если все-таки захочется окунуться в суету мегаполиса, в 50 метрах от дома расположилась остановка общественного транспорта. Всего каких-то 20 минут, и вы в самом сердце столицы. Застройщиком нашего комплекса выступает компания Tank Invest. Они с 2009 года на рынке. В 2014 году они сдали свой первый жилой дом. В 2015 году они завершили строительство торгового центра «Перекресток». И в 2016 они завершили бизнес-центр «Тэнк». По окончании строительства объект сдается с облагороженной территорией вокруг. Живые изгороди из декоративных кустарников, цветочных насаждений придадут стиль маленького европейского городка, а следить за всей этой красотой будет садовник товарищества. Проектом предусмотрены современные детские площадки, территория для выгула собак, велопарковки и колясочные. На огражденной территории комплекса будет и своя собственная котельная. На сегодняшний день на стройплощадке у нас ведутся работы по прокладке новой трассы водовода. Они буквально завершатся от конца текущего месяца, и уже с марта начнутся работы уже по котловану, подвод всех сетей и возведение коробки. То есть, в принципе, за 3 за весенних месяца уже будут возведены все 3 этажа нашего 7-подъездного первого дома. И уже к 4-му кварталу текущего года мы будем рады вручить ключи будущим жильцам нашего первого дома. Квартиры приобретаются путем заключения договоров долевого строительства. Задавать вопросы можно уже сегодня специалистам отдела «Твоя столица. Новострой-центр». Звоните, а лучше приходите в офис по адресу улица Шафарнянская, 11. Мария Крунда, Сергей Курков. Утро-студия. Хорошего настроения.